Всем привет! Вы себе не представляете, как сильно я соскучилась. Мне прям не терпится окунуться в мир косметики, аксессуаров, чего-то модного, стильного, интересного, того, что я искренне любила этим летом, что иногда делало мою жизнь проще, что делало мои наряды красивее и так далее. В общем, я даже не помню, когда были какие-то фавориты, так что давайте не будем затягивать, поехали! Слушайте, вы были правы, я готова расцеловать вас за эту рекомендацию. У меня была миниатюра CC-крема от марки Herbarian, я говорила, что он мне очень нравится, и вы сказали, что, Оль, обрати внимание на BB-крем, он тебе понравится еще больше. И действительно так и произошло. Я отправилась в Sephora и попросила подобрать мне оттенок на лето. Мне, конечно же, выбрали цвет апельсина, и сначала я не могла им пользоваться, поэтому я докупила оттенок посветлее, чтобы смешивать их, и тогда я уже оценила то, как он выглядит на лице. Очень красиво, его также можно наслаивать. Для меня это легкое к среднему покрытие, зависит от того, сколько вы его нанесете. И у него такой бархатисто-матовый финиш, я с ним в пудре вообще не нуждаюсь. Он хорошо себя ведет в течение дня. Сегодня, кстати, самый темный оттенок на мне, вот когда я загорела, он как-то неплохо сливается. И сейчас у меня красное декольте по непонятным причинам, наверное, из-за яркого освещения. Но вообще в жизни он смотрится как вторая кожа, только лучше. Обещают эффект baby face, мы действительно его получаем на коже. Так что спасибо вам огромное, я очень довольна покупкой по вашей наводке. А еще немаловажный факт в условиях летней городской жизни, это наличие SPF 20, я всегда это приветствую. Это, конечно, не совсем фаворит, это больше новинка, я намекну и более подробно расскажу в следующих видео. Это Bare Mineral. Тонирующий гель-крем, и здесь физический фильтр SPF 30, но об этом более подробно чуть позже. Остановите меня, пожалуйста, кто-нибудь, потому что меня немного покусала Наташа Денона, и я не могу перестать покупать ее палетки теней. Это такое качество, которого ранее в моей косметичке не было. Они ложатся очень легко, у них классная пигментация, они льются как песня, то есть тушуются вообще без каких-либо вопросов, без осыпаний, без пятен, без залипания. Ну вот просто берешь и красишься, и у тебя всегда получается отменный результат. Мало того, то, чем отличаются вот эти тени, по моему скромному мнению, это то, что ты смотришь на палетку и кажется, что, ну окей, все те же самые оттенки, которые есть у других или которые у меня уже присутствуют в косметичке. Потом начинаешь наносить на глаза и думаешь, блин, насколько это красиво. Вот с ними макияжи получаются настолько вкусными, такими красивыми они. Просто фантастически как-то подчеркивают и глубину цвета ваших глаз. И мне кажется, что они просто способны вытянуть максимум из каждой внешности. Вот они такие какие-то необычные, я не побоюсь слова уникальные. Сначала я приобрела палетку Camel. Это матовые, также сатиновые, такие коричнево-бежевые тени. Также присутствует ванильный оттенок, но это все с теплым подтоном, чтобы вы имели в виду. Но моя настоящая любовь с Наташей Диноной произошла тогда, когда я заказала палетку в номере 2. Просто написано, что это палетка из 5 теней, она именно из вот этих больших. Я заказывала ее на Look Fantastic, и сейчас это моя самая любимая палетка из всех, которые у меня есть. И когда я хочу накраситься, и чтобы это было красиво, и чтобы я прям кайфовала, я беру эти тени. В общем, я влюблена в эти тени, вообще в тени от Наташи Диноны. И сейчас на Look Fantastic минус 25% на многие бестселлеры. Я оставлю вам всю информацию внизу, в том числе и на The Ordinary, и на Pixi, на Ren, на многие те марки, которые я люблю, которые я упоминала. Поэтому, если вы хотели обновить что-то из ухода, попробовать что-то новое из декоративной косметики, побаловать себя чем-то, обязательно заглядывайте. Я также сделаю подборку того, что я бы купила лично себе, или того, что у меня есть, и что реально на мне работает. В общем, что касается Наташи Диноны и ее палеток теней, вот эти две для меня это была бы идеальная подборка холодных оттенков и также теплых. Но, пожалуйста, учитывайте тот момент, что в моей любимой палетке, вот этой под номером 2, всего один матовый оттенок, он розовато-бежевый и остальные сияющие. Но я не могу забрать свои слова обратно, это действительно прям высший пилотаж. У меня также есть маленькие палетки Наташи Диноны, это мои последние приобретения. И я, наверное, сделаю какой-то отдельный обзор, а то я так по верхам немного поскакала, но в целом я люблю все тени. И сегодня у меня на глазах тени из палетки Mini Star. Я не заметила какой-то кардинальной разницы, прям фу-фу-фу, маленькие палетки, покупайте только большие.
Я наоборот считаю, что вот это мини-глэм — это одна из самых таких по-настоящему базовых нейтральных палеток теней, которая могла бы подойти всем. Так что тут смотрите сами по цветам, что нравится вам. Я думаю, что, не знаю, то ли к счастью, то ли к сожалению для моего кошелька, это не конец моего романа с Наташей Диноной. У меня довольно много разной бижутерии, каких-то подвесок и сережек, но у меня есть две вещи, которые я носила максимально часто. И первое из них — это то украшение, о котором вы спрашиваете очень часто. Это подвеска из Зары. Возможно, она все еще есть на сайте. По-моему, я совсем недавно ее видела. Если нет, то стоит поискать на распродаже, потому что это их весенне-летняя коллекция. Сейчас оно не совсем хорошо подходит к этому платью, но я носила эту подвеску с базовыми футболками, с какими-то рубашками, также с сарафанами. С чем угодно. Я даже надевала его к купальнику. Несмотря на то, что это не какие-то драгоценные металлы, понятное дело, здесь нет супер дорогих камней. Зато здесь есть две милые летние ракушки, такая морская тема. И как раз сейчас, вот мне кажется, что очень даже актуально, очень хорошо освежает и так по-быстрому делает каждый наряд чуточку более стильным. Второе украшение — это сережки. С одной стороны, они скромные, такие лаконичные, а с другой, ну, заметные, скажем так. И опять же, надеваешь их самыми обычными вещами, они сразу как-то начинают дороже играть, несмотря на то, что это копеечное дело, которое я заказывала на AliExpress. Ссылку ловите в инфобоксе. Эта штука у меня еще с начала весны. Это прибор от New Face, то есть это микротоки для домашнего использования. У меня есть их прибор, вот этот гаджет, только в мини-версии, а это предназначено для проработки каких-то более мелких зон. Я же использую для массажа вокруг глаз, и, конечно же, я включаю, выполняю микротоки. И больше всего я оценила эту вещь в поездках. Тогда, когда я после 12-часовой езды увидела, что я не особо на себя похожа, у меня очень сильно отекли веки. Вот, и вообще перемена климата, все эти дела. В общем, утром я просыпалась, наносила свой привычный крем под глаза, и пока он еще не впитался, выполняла массаж, все вот эти процедуры. И сразу гораздо быстрее уходят отеки. Также мне сейчас нравится, как выглядит область под глазами, я ничего не делала, и мне кажется, что крем в совокупности с вот этим чудом маленьким все-таки делают свою работу. Микротоки – это вещь, я вам точно говорю, многие также утверждают, что они оказывают антивозрастное действие, это я на себе проверю в ближайшие годы, а пока что для профилактики, для улучшения моего внешнего вида использую, и я крайне довольна и, конечно, рекомендую вам. В таких цветах вы меня точно не увидите ни осенью, ни зимой, и, возможно, даже весной. А вот летом как-то я настолько насыщаюсь солнцем, вот этими красками, вот этими какими-то ароматами, и вообще я балдею. Я обожаю лето, я человек солнца, и меня может радовать снег, зима, но все-таки самый большой прилив бодрости, какой-то энергии и даже настроения я получаю именно летом. И сейчас я даже начала надевать более яркие вещи, и мне как-то особенно нравится желтый цвет. Не знаю, почему так, и я даже купила себе купальник. Вообще, хочу сказать вам, что я крайне довольна своими купальниками из H&M, которые я обновила в этом году. Вообще, все, которые у меня есть, одному из них даже... Сколько ему лет? Еще Захара тогда не было. Больше 8 получается, и он до сих пор в нормальном состоянии. Так что это прочные купальники, это стильные купальники. И вот эти махровые делают формы более привлекательными. Я думаю, что размера на 2 способен увеличить. К сожалению, то же самое с низом. Но даже Томик сказал: у тебя такой красивый купальник, он так тебе идет. И я с ним согласна. Вот эти вот такие текстурные, они все-таки дольше сохнут, имейте это в виду. Но так как у меня в запасе всегда с собой несколько купальников, то для меня это вообще не вопрос. И в такой модели крайне удобно загорать. Кстати, она не сползает, она даже неплохо держит грудь, и потом нет никаких полосок. Они есть и в таких классических моделях, и в других цветах. То есть трусики вовсе не обязательно должны быть с завышенной талией. Из такого же материала, просто классическая модель. И небольшая подсказка: онлайн у них всегда
более богатый выбор моделей и также расцветок купальни. И также я покупала себе из такой же ткани бежевый, тоже в H&M, и там еще вплетена такая серебристо-золотистая нитка, очень красиво переливается на солнце и здорово подчеркивает загар. Это тоже второй любимый купальник Томака, так что я ношу их с удовольствием. Если вы меня спросите о моем самом любимом витамине С, то здесь у меня их два. Это Medicaid, который я так и не смогла повторно заказать в Польшу. Его настолько быстро у нас разбирают во всех пунктах, что это прям миссия невыполнима. Тоже есть на Look Fantastic. И второй от бренда, название которого я не хотела его перекрутить. Если вы знаете, как правильно читается, то, пожалуйста, просветите меня. Значит, это сыворотка, которую ждали очень многие бьюти-маньяки. Именно те люди, которые заморачиваются на составах, которые знают о всех научных исследованиях. И в Medicaid, и здесь стабильная форма витамина С. Здесь их целых три. Интересно то, что это такая двухфазная сыворотка. Здесь есть масляная и водная основа. И вот та, которая масляная, она на основе масла примулы вечерней, которая очень хорошо сказывается на состоянии кожи. Причем это такое не вязкое, не жирное масло, которое быстро впитывается. Даже в дневном уходе я всегда наношу ее именно утром, потому что это как бы дополнительная защита от солнца, это, конечно же, антивозрастное действие, и это та сыворотка с жирным хвостом, если вы знаете, о чем я говорю. Это действительно то, что работает, причем это антивозрастной уход, и это та сыворотка, которую я обязательно повторю. Она у меня быстрее расходуется, чем мне хотелось бы, потому что в последние недели, когда я как раз пользовалась этой сывороткой, я миллион раз умывалась, и каждый раз мне хотелось хоть немножечко нанести этой сыворотки, потому что для меня это как эликсир красоты, дорогой, блин, но стоящий того. И просто знайте, что те мягкие и рабочие формулы витамина С дешевыми не бывают. К сожалению, это факт. И с этим просто нужно смириться. Вот так. Для чувствительной кожи, для, в принципе, любого типа кожи, это очень хороший вариант. И в сочетании с дневным кремом от Medicaid, тоже на основе витамина С, здесь еще и есть SPF 30, получается такой гармоничный дуэт, потому что, во-первых, кожа хорошо увлажнена, она как бы защищена тоже от потери собственной влаги, потому что, особенно когда я загораю, кожа становится более сухой. А когда я использую вот эти два средства даже днем, то нет жирности, кожа комфортно себя ощущает и при этом радует меня здоровым, сияющим внешним видом. Этот крем очень легкий по своей текстуре, он быстро впитывается, при этом приятно увлажняет, и поэтому вы увидите его еще много-много раз в каких-то моих разных видео. Консилеры и корректоры. Здесь у меня есть явное разделение на то, что я использую на каждый день и когда мне хочется выглядеть как с иголочки. Я продолжаю любить и обожать консилер от марки Eveline, который волшебный консилер. У него среднее покрытие, такая жирненькая текстура, слегка липковатый финиш, но он хорошо прилипает к коже и отлично на ней держится. Но чтобы вы понимали, это не тартовская лига консилеров, которые застывают намертво, это нечто совершенно другое. Для всех, кто ценит комфорт под глазами, господи, как это прозвучало. Ну, в общем, просто этот консилер не стягивает, при этом хорошо перекрывает. Обратите на него внимание, я думаю, что он может удивить очень многих из вас, особенно тех, у кого сухая кожа под глазами, возрастные девочки, тоже берем на заметку. У них удачные оттенки, вот, например, номер 2 подходит мне, независимо от того, загорелая я или супер бледная, вот как-то у нас с ним тоже все складывается отлично. И второй корректор-консилер, такое интересное средство от Dior. Вообще, я недавно открыла для себя марку Dior с какой-то другой стороны. Наверное, я ничего у них долго не покупала. И вдруг оказалось, что у них классные помады, неплохое вот средство, которое можно использовать под глаза, подмешивать в тон или использовать вместо тонального крема. Когда смешиваете с каким-то легким тоном, то получается более плотное покрытие и лучше стойкость. Также можно перекрывать какие-то несовершенства на коже. И несмотря на то, что это вот такой формат с джамбо аппликатором, то есть он очень большой, как сейчас супер модно, я ожидала, что это будет нечто в стиле именно Tarte или же Too Faced, такого большого корректора-консилера. Здесь чуть-чуть другая история. То есть если вы ждете чего-то супер-мега перекрывающего, чего-то, что
застынет и будет держаться до конца жизни там под глазами. А нет, это что-то комфортное, я за это именно его и люблю. Это то, что действительно очень хорошо освежает внешний вид, что дает дополнительное покрытие, но при этом не перегружает макияж. У меня с пудрой от Too Faced и еще с одной бюджетной, о которой я расскажу в бюджетных находках, прям язык чешется, но не буду. Для самых любопытных и тех, кто не может дождаться, напишу в инфобоксе. Я вас очень сильно люблю, поэтому мне не жалко поделиться. Просто я не умею интриговать, не умею хранить какие-то секреты, делать сюрпризы, так что ищите информацию в инфобоксе. Это аналог моей пудры от Too Faced, и с той пудрочкой у меня он вообще не скатывается, никуда не убегает, но имейте в виду, что если у вас сильная пигментация, например, которую вы хотите перекрыть вот этой штучкой, то этого будет недостаточно. Если у меня был какой-то пульсирующий прыщ на лице, который я сама себе организовала, то с ним вот эта вещь не справлялась. Но на каждый день для всех макияжей, там типа для съемки, когда мне хочется идеальный какой-то макияж, я использовала этот консилер и корректор. Я им очень довольна. У меня оттенок 1W, то есть он такой тепловатый, желтоватый, я бы так даже сказала. Поэтому если вам нравятся такие цвета, то знаете, но у них также есть и нейтральный подтон, и, по-моему, даже холодный, насколько я знаю. Но я уже поняла, какие консилеры и корректоры подходят мне, так что это мой идеальный оттенок Dior. Я просто мечтаю снять видео о покупках, но, к сожалению, сейчас Давид отсутствует в городе, и некому меня поснимать, поэтому я кое-что показываю вам во влогах, и частично что-то где-то будет проскакивать. Я хотела бы сказать, что мой самый большой фаворит из аксессуаров – это очки Celine, которые я сейчас не смогла найти. Наверное, они где-то у Томика в машине, когда я начинала снимать, его не было дома. Так вот, это большие очки, которые хорошо защищают от солнца, и они такие стильные. Вот с чем бы я их ни надела, это всегда, как знаете, на 5 ступенек выше. Ну, типа, было совсем не стильно, а стало прям супер. И очень многие спрашивают, что это за очки. Также вы часто говорите, что мне они идут. Я тоже, наверное, так считаю. И вторые очки тоже в черном цвете. Я раньше считала, что черный цвет довольно сложный в аксессуарах, а сейчас у меня как-то все так переключилось, и мнение совершенно поменялось. В общем, эти очки от бренда Prada. Модель, опять же, укажу в инфобоксе, потому что сейчас без понятия. Это очки кошечки, и они уже более элегантные, какие-то такие более женственные. Хотя то же самое можно сказать о Celine, но просто у них совершенно разные формы. И когда я надеваю вот такого плана платьица, я беру вот эти очки. У них меньше стекла, но они классно сидят, так поплотнее, и они также легче, чем Celine. Имейте в виду, что Celine — это не легкие очки, и они на голове не так хорошо держатся, как, например, вот эти. Обе пары очков обожаю. Вы часто спрашивали, что это такое, вот рассказываю. Этот бронзер в таком виде, что мне аж стыдно вам его показывать, но есть как есть, он просто не пережил последнюю поездку, он упал на кафельный пол, и, ну, сложно было не разбиться. Это марка Eveline, их бронзер Glow & Go, и оттенок у меня 02, Ямайка Бэй. Это даже микс, можно сказать, ребенок бронзера и хайлайтера, потому что он супер сияющий, он запеченный, и особенно летом мне нравится, как это выглядит не только на лице, но и также на теле. Поэтому, если вы ищете что-то прям, что подчеркнет ваш оттенок загара, то присмотритесь, но будьте осторожны те, у кого неровный рельеф, потому что он может немножечко это подчеркнуть. А это не просто фаворит, это мой огромный мастхэвище, без которого я себе не представляю свой гардероб в принципе. Я несколько раз рассказывала вам, что это бандо у меня из Страдивариуса. Кстати, это уже второе, которое я купила. Первое как пристроила, так и не смогла найти. Это у меня размер S, и на самом деле можно найти похожие практически в каждом магазине, потому что сейчас это как базовый элемент гардероба, так что я думаю, что на ASOS вы без проблем купите такой топ, если он вам нужен. Я его всегда надеваю с жакетами, с какими-то рубашками, с платьицами, когда вырез слишком большой. Даже под белую рубашку с джинсовыми шортами я надевала. Смотрится невероятно стильно, и я себе не представляю, что я бы делала без этого бандо. Когда-то в прошлом году подсмотрела у блогеров или в позапрошлом, и теперь даже купила в нескольких других цветах, потому что это
супер крутая, стильная вещь. Это просто незаменимый элемент гардероба, который выручает в миллионе разных ситуаций. Если вы смотрели мои шопинг-влоги, то наверняка уже тоже в этом убедились. В видео об уходе, которое выходило не так давно, я бессовестно забыла вам сказать о вот этой вещи, которая также в моей косметичке уже второй год. Но если будете покупать, я все-таки советую не лосьон, а именно тоник с 2% салициловой кислоты. Ее можно и нужно, если вам это необходимо, использовать в теплое время года. Это Paula's Choice. И если у вас есть черные точки, забитые поры, неровный рельеф, из-за того, что вы видите, что что-то нужно там откупоривать, да, на вашей коже, я очень советую присмотреться к вот этой вещи. Она, кстати, ни разу не вызывала у меня каких-то шелушений, каких-то покраснений. Так что присмотритесь только к жидкой форме. Мне кажется, что она более эффективная. Хотя, конечно же, в форме лосьона удобнее использовать. У меня, кстати, миниатюра тоника. Она у меня в дорожной косметичке, она все еще никак не закончится, хотя я прям активно им пользовалась одно время, и он мгновенно дает результат, то есть ваши поры довольно быстро станут чище, и вообще многие проблемы уйдут, если, конечно же, вы пациент салициловой кислоты. Маска, от которой я буквально схожу с ума, она волшебная, она восхитительная, она невероятная, она многофункциональная и на любое время года. Это марка REN. Их маска с гликолиевой кислотой, которая придает коже сияние. Я не знаю, как вы, но когда я возвращаюсь из отпуска и вижу, что у меня более загорелое лицо, у меня такое впечатление, что я накинула себе лет так 5. Я как-то свежее выгляжу, когда у меня равномерно нанесен автозагар на лицо, поэтому я стараюсь максимально защищаться, но все равно приобретаю какой-то оттенок. Это марка REN. Вообще, что бы я от них не попробовала, вот как-то заходит, так скажем, потому что у них интересное такое умывание, нестандартное, тоже нужно как-то более подробно остановиться. Если помните, я заказывала набор миниатюр и говорила, что эту маску я обязательно куплю. Она часто распродана, но найдите тоже или в миниатюрах, или, возможно, где-то какие-то пробники будут. В общем, это очень интересная вещь, особенно для тех, кто обладает чувствительной кожей, у кого какая-то реакция в виде покраснений на всевозможные кислоты, кому кислоты сильно пересушивают кожу, кто является новичком, кто боится использовать в теплое время года кислотные средства, потому что эта маска, она очень нежная, но при этом эффективная, она делает оттенок кожи более равномерным, какие-то несовершенства быстрее с ней заживают. У нее вообще очень интересная форма выпуска, потому что у нее такая маслянистая как бы основа. Она как бы не сдирает с вас вот эти омертвевшие частички, она наоборот очень деликатно от них избавляется и также смягчает кожу, потому что здесь гликолиевая кислота, которая сама по себе является довольно агрессивной кислотой, но здесь наверняка какой-то небольшой процент, также фруктовые энзимы, я рассказывала об этом, и непревзойденная молочная кислота, которая работает даже больше на увлажнение кожи. Так что все вот это в совокупности помещено в такую небольшую скромную баночку, и работает она очень круто. У меня уже, к сожалению, половина ушла. Я обязательно куплю ее вновь, если что, так как утром с ней просто выглядишь гораздо лучше, использую я ее вечером. Из одежды мне особенно полюбились вот эти две туники, обе из Зары. Точнее, это платье, а эту тунику я ношу как платье, потому что я невысокая. Я еще недавно находила для вас онлайн, тоже на распродаже покупала, абсолютно недорого, из полностью натурального материала. Мне нравятся сочные такие летние расцветки, которые и освежают меня, как мне кажется, и также подчеркивают загар. И приятно ощущаются, ничего там не сковывают, в них комфортно, все продувается и не жарко. В общем, чего еще можно хотеть? И также это такие вещи, которые уже не требуют множества аксессуаров, самые обычные шлепанцы и все. Кстати, еще один мой огромный фаворит – это шлепанцы из H&M. Это черные такие немножко грубоватые шлепанцы. Но мне нравится, насколько стильно они смотрятся с такими вещами, даже с купальником, с обычными шортами. В общем, которые просто дополняют любой образ, и сейчас это супер модно, супер актуально, но они не слишком грубые, там подошва не толстая, и за счет этого они смотрятся более аккуратно, они также из натуральной кожи, ни разу мне не натерли, я могу в них ходить просто десятки километров, и всегда мне в них удобно. Самые внимательные в моем видео об уходе видели вот эту голубую баночку,
на столе и спрашиваю Толя, что ж ты такая ничего не рассказала, потому что тогда я еще не на 100% была уверена в том, что я думаю по поводу этого средства, а это сыворотка от бренда Мизон, которая предназначена проблемной коже для борьбы с какими-то несовершенствами, также с постакне. И я скажу вам сразу, что я советую наносить ее только локально, ни в коем случае не на все лицо. Здесь в составе есть спирт, и круче всего она работает с теми воспалениями, от которых вы уже, по сути, избавились. Прыщи, короче говоря. И когда вам нужно уже подсушить, что-то заживить и также убрать красные пятнышки. Наносите не вокруг, на всякий случай, а именно на самую большую проблему. Тогда у вас не будет ожога, и действительно она моментально справляется с высыпаниями, и я очень оценила ее действие, когда такого наворотила себе на лице, что даже я была в ужасе. Она буквально спасла мой внешний вид, несмотря на то, что у ковки совершенно другой тип кожи, очень часто наше мнение по поводу каких-то средств сходится. И, наверное, это говорит о том, что просто это рабочие вещи. И моя самая-самая большая любовь – это наша поездка в Хорватию. Эти воспоминания еще долго будут греть мою душу. Это то, что поселилось в моем сердце навсегда. Это то, что останется в памяти, эти эмоции, эти виды. И то, что я успела заснять в двух влогах, это всего лишь мизерная частичка тех впечатлений, которые мы получили. Вот где бы мы ни были, все-таки Хорватия как-то больше всего подкупает. Там еще есть вот эта настоящесть. Там очень красиво, там очень приветливые люди, там теплая, прозрачно чистая вода лазурного цвета. И, наверное, не зря столько всего супер важного для нашей семьи произошло именно в Хорватии. Так что держу пальчики за то, чтобы все в нашей семье сейчас устаканилось, и мы еще раз смогли наведаться в Хорватию. Да, к сожалению, после отпуска были не самые приятные происшествия. Я была очень рада повидаться с вами, немножко абстрагироваться от последних вот этих всех событий, но мы уже идем на поправку. Все, всех целую, обнимаю. Не забывайте поставить пальчик вверх, если вам было интересно, если вам было приятно провести это время в моей компании. Я уже все тише и тише разговариваю. Будем прощаться. Пока-пока. До новых встреч уже совсем скоро.